привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И я только что пришла с магазина FixPrice и спешу поделиться с вами интересными новинками, которые появились в продаже у нас в магазине. Еще не успели выложить на полочки новые кремы для рук от производителя Etude Organics. Вообще, такие тюбики очень популярны, все вы их прекрасно знаете. Недавние новинки – это серия кремов для ног. Ну а сейчас появились вот такие милые тюбики с единорожками. Это крем для рук с увлажняющим эффектом, суперпитательный крем в оранжевой упаковке и восстанавливающий крем с ароматом шоколадного кекса. Поделись товарами для ванной комнаты. Сейчас можно найти в продаже пластиковые диспенсеры. Продаются они в разных расцветках и выглядят довольно стильно. Лаконичный дизайн стоит 99 рублей. Имитация наконечника под хром, но на самом деле он пластиковый. Такой диспенсер прекрасно будет смотреться как в ванной комнате, а также и на кухне. Можно использовать для хранения средств для мытья посуды. Большая массажная щетка для сухого массажа. Стоит она 199 рублей. Щетина средней жесткости, а также удобная эргономичная деревянная ручка. Новая коллекция шарфов размером 180 на 85 сантиметров. Материал шарфов, конечно же, полиэстер, стоят они 199 рублей, производитель Китай. Расцветок много разных, есть темные, светлые. Такие шарфы можно использовать в качестве палантина или парео на пляже. А еще заметила в двух наших магазинах по улице Ленина и Восстания новую коллекцию женских футболок, причем больших размеров. Нашла футболки даже 56 размера, и, честно говоря, для FixPrice это очень удивительно. Состав 100% хлопок, есть декор в виде аппликации цветочной, а также еще пришита черная сеточка. Смотрится довольно неплохо, в основном такие футболки представлены в белом цвете. Жидкое крем-мыло Dove с ароматом лайма и экстрактом мяты. Мыло продается в мягкой упаковке DoyPak, стоит 99 рублей за объем 230 мл. Гель для душа Palmolive с ароматом тропической питайи. Вообще гели для душа Palmolive очень хорошие по своему аромату, имеют густую консистенцию и не вызывают шелушения. Цена 99 рублей. А еще появилась обновленная коллекция гелей для душа от фирмы OnCare. Это бюджетная линейка гелей. В основном в составе присутствуют компоненты SLS, стоят они 77 рублей. И представлены в нескольких ароматах. Есть в продаже с ароматом груши, а также с ароматом мандарина. Новое жидкое детское крем-мыло называется Малё. К сожалению, ценника на это мыло не было, но есть у меня подозрение, что будет стоить 55 рублей. Шампунь из линейки Клеа. Обеспечивает чистоту и свежесть волосам. Объем 365 мл, цена 149 рублей. Вообще сейчас в продаже в наших магазинах представлен огромный ассортимент уходовых средств за лицом. В основном мы с вами их уже обсуждали. Если вдруг что-то интересует, пишите либо в комментариях, ну а также все видео за последние две недели полностью актуальны. Новая линейка от Palmolive. Это кусковое мыло. Называется «Роскошь масел». Пахнет очень приятно. В составе есть масло камелии, а также масло миндаля.
К сожалению, ценника пока еще не было. Маленькие кусочки мыла Dove с экстрактом ванили. Отдельная полочка посвящена детской зубной пасте, причем разных производителей. Если интересует подробный обзор, пишите в комментариях, покажу каждую зубную пасту. Большие бутыли жидкого средства для мытья посуды от фирмы Fairy представлены в трех вариантах с разными ароматами, стоят 149 рублей. Некоторые из этих гелей предназначены также для обработки игрушек, а также мытья фруктов и овощей. В магазине повторный привоз книжек в мягком переплете. Мы с вами их уже обсуждали, ссылочку на подробный разбор этих новинок я оставлю подсказки сверху. Ну и по традиции показываю вам варианты картин для раскрашивания по номерам. Может, вас какая-нибудь картина заинтересует. Ну вот и до нас доехали те самые силиконовые блокноты. Вообще это обычные блокноты в черных обложках с красивым ярким срезом. Внутри листы с разлиновкой в клеточку. Стоят такие блокноты 199 рублей. Продаются в нескольких вариантах оформления, как просто обычная обложка, а также вот с такими мордашками котиков. Смотрится ярко, имеется закладка лисы, цена 199 рублей. Вообще сейчас начинают потихоньку завозить новинки из отдела канцелярии. Фикс-прайс начинает готовиться к учебному сезону. И очень актуальная и бюджетная новинка – это дневник за 55 рублей. Дневник в твердой обложке, 40 листов, стандартная разлинейка на неделю. Есть несколько вариантов оформления, но все они более-менее спокойные. Но мне кажется, дешевле 55 рублей, наверное, дневник нигде не найдешь. Ну и быстренько покажу вам полочки с тетрадками. Подробно останавливаться не буду, потому что этот ассортимент тетради мы с вами обсуждали уже не раз. В отделе с товарами для красоты заметила несколько новых наборов резинок. Продаются они комплектом по 5 штук. И посмотрите, как красиво и интересно они выглядят. Из 4 пластиковых заколок. Ну, конечно же, это наборы девчачьих заколок. Продаются они комплектом из 4 штук, украшенные интересными яркими изображениями фруктов, овощей, стоят 77 рублей. В магазине по улице Ленина большой привоз маленьких 3-ярусных боксов. Это те самые пластиковые боксы с выдвижными ящиками. Цена 77 рублей. Боксы хорошо ставятся один на другой, так что можно создать целые стеллажи и системы хранения. Маленькие складные коробки размером 26 на 20 сантиметров, высота 16 сантиметров. И стоят они 149 рублей. В магазине была одна такая коробочка уже собрана. И знаете, что мне понравилось? Что у нее поверхность клеенчатая. Так что такие коробки можно использовать где-то для хранения легких детских игрушек. И даже если ребенок запачкает какими-то фломастерами, в принципе, без проблем можно с этой поверхности будет оттереть. Полезная новинка для кухни. Это набор из 3 вариантов пакетов. Стоит он 99 рублей. И тут у нас пакеты объемом 1 литр. Их 18 штук размером 25 на 40 сантиметров. 35 пакетов объемом 2 литра, а также 33 пакета объемом 3 литра. Такие пакеты можно использовать как просто для хранения продуктов, а также для заморозки.
Очередная новинка из серии «Компакт». И тут я удивляюсь и поражаюсь, сколько же еще товаров мы увидим из этой коллекции. И почему же «Фикс-прайс» сразу их все не завозит? Это подвесной контейнер для холодильника. Ну, вообще, с такими контейнерами мы с вами уже знакомы хорошо. И появился вот такой складной вариант. Ценника не было. Если вдруг кто-то знает цену, пишите в комментариях. У меня есть предположение, что будет стоить 149 рублей. Среди продуктов заметила новый осветленный морс для детского питания. Стоит он 55 рублей за литровую бутылку. Насколько я поняла, произведен он в Беларуси. Есть и натуральные компоненты в составе, но также есть консерванты и усилители вкуса. Заметила, что в отделе с игрушками пока каких-то ярких и интересных новинок не появляется, а очень жаль. Появился новый массажер из деревянной коллекции. Я пока коллекцию так назвала, не знаю, будет ли это вынесено в отдельную какую-то коллекцию, посмотрим. Деревянный массажер на 5 роликов с мягкими шипами за 149 рублей. При помощи такого массажера можно массировать шею, спину, ножки. Вещь вполне удобная, функциональная при условии каждодневного его использования. Снова появились в продаже апельсиновые палочки для маникюра. Заинтересовала меня новая линейка гидрогелевых патчей. Это коллагеновые омолаживающие патчи. Продаются они набором по 10 штук. Написано очень хорошо, что убирает отеки. Эффект через 10 минут. Стоит 55 рублей. Взяла на пробу, протестирую. Надеюсь, что хотя бы какой-то эффект будет. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а может вообще ничего не понравилось, и вы не пойдете в Фикс-прайс и тем самым сэкономите свои деньги. Если видео было полезным, поддерживайте пальчиком вверх. Это самая лучшая награда для меня. Тем самым я буду знать, что эти видео я снимаю не зря.